Ребят, хорошего было намного больше, чем плохого, но люди такие, когда им чем острее им колят в душу какие-то обстоятельства, тем сильнее они запоминают. Я стараюсь всегда работать с настроением, как повторюсь, с желанием, потому что ну, невозможно делать любимое дело, не любя его. Где брать силы, все мы знаем про второе дыхание, но мне скорее сложнее брать вдохновение уже на это все. Представляете, столько лет в одном и том же зале. Меня мотивирует цель, в которой я иду. Да, бывают моменты, когда я вообще не хочу, не знаю, как вообще себя заставить. Но только уже я отдала силы, времени, 15 лет, что оглядываясь назад, просто так бросить это все нельзя. Я не могу себе это позволить. Я должна очень сильно благодарить судьбу за тот день, когда не я выбрала художественную гимнастику, а гимнастика выбрала меня. Если бы мне сказали прожить еще раз это все, я бы, наверное, не смогла. Но то, что это уже есть, я нисколько не жалею.